Микита, ну, дивлячись на рахунок, хочеться спитати, а чого ж так довго тягнули? Ну, дивлячись на рахунок, может сложиться впечатление, что игра далась легко, но на самом деле было не совсем так. Команда соперника хорошо оборонялась первый тайм, поэтому не особо и моментов не было в первом тайме. Поэтому получилось так, что сложилось хорошо для нас. Распечатали ворота успешно в первый гол, потом второй, и потом стало полегче гораздо уже. Ну, на добивание вдало зіграв Адаменко, да, він же відкрився, замкнув прострел. Тобто індивідуальні якості зіграли роль. Ну, для этого мы и брали такого человека, как Евгений Адаменко, человек, который в бизнес-лиге выигрывал много и решал исходы матчей. Поэтому в нашей команде. За рахунок чого все ж таки вдалося перемогти? Адже при нічийному рахунку 0-0 були моменти, коли ви могли пропустити, і пару раз суперник пробачив. Ну, то вже причина їх чому пробачили, чи майстерності бракували, чи щось іншого. Але, на ваш погляд, що стало переломним? Індивідуальні якості, чи все ж таки інше? Звісно, так. Я вважаю, що індивідуальне майстерство зіграло роль основною, тому що, ну, все-таки при всьому уваженні к сопернику у нас є футболісти, які, можна сказать, действующие, да, у соперника более возрастная команда, и поэтому нам в этом плане легче. Забивши м'яч стало легче? Да, однозначно. Не сумнівалися вже в перемозі? Ну, после 2-0 нет. После 2-0. При 1-0, как бы, футбол все может быть, а при 2-0 в этой игре очень сложно, при правильной обороне очень сложно создавать здесь моменты. С перемогой. Спасибо.